После Большой Дубовки осенью 95 года Кайское управление абсорбцией пригласило команду бардов дать концерт в Большом зале Бейтолинки. Там Женя объявил, что двери Кайского клуба авторской песни открыты для всех. Двери поначалу вели в подвальное помещение на улице Орлозова, предоставленное управлением абсорбцией. Порой там подвалы становились тесны, так много зрителей выбиралось туда. Например, на первый концерт Висбора. Простите, Акуджавы. Поэтому вечер памяти Висбора уже проходил в большом концертном зале. Улад Акуджава. Молитва Франсуа Бюйена. Пока земля еще вертится, пока еще я на цвете, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег, и не забудь про меня. Пока земля еще вертится, Господи, твоя власть, дающемуся власти на властвоваться в сласть. Дай передышку щедрому, ходи до исхода дня. Каину дай раскаяние, и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем мы сами, не ведая, что творим. Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока еще хватает времени огня, дай же ты всем понемногу, и не забудь про меня. Не забудь про меня.